Добрый день! Урок «Русский язык и литература. 11 класс». На прошлом уроке мы разобрали систему образов в драме Горького «На дне». Сегодняшний урок я предлагаю посвятить вопросу, который, пожалуй, является основным в пьесе «На дне». Я надеюсь, что произведение, которое было создано почти 100 лет назад, не потеряло своей актуальности по сей день. И мы с вами, думаю, в этом убедимся. Тема урока. Во что веришь, то и есть. Три правды в пьесе Горького «На дне». Автор сценария Яцишина Наталья Георгиевна. Преподаватель первой дидактической категории. Представляет урок Ермолаева Тамара Борисовна. Преподаватель первой дидактической категории. Прочтите эпиграфы сегодняшнего урока и постарайтесь сформулировать тему урока, исходя из содержания данных строчек. Человеку, не страшащемуся правды, нечего бояться. Джефферсон. Господа, если к правде святой мне дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который новее человечеству сон золотой. Беранже. Ложь – религия рабов и хозяев. Ложь. Религия рабов и хозяев. Правда – Бог свободного человека. Максим Горький. Конечно, вы обратили внимание на ключевые слова «правда», поэтому речь пойдет о правде. И тема урока «Во что веришь, то и есть». Три правды в пьесе Максима Горького «На дне». На этом уроке мы выявим позицию героев пьесы по отношению к вопросу о правде, сформулируем собственную точку зрения по отношению к понятию «правда». Как известно, у каждого человека свое представление о правде. Есть правда житейская, проверенная опытом. Есть правда философская, лежит мировоззрение в жизненной позиции человека. Правда, как философия категория. В пьесе Горького «На дне» герои спорят именно о такой правде. Итак, философский спор о правде – это смысловой центр пьесы «На дне». Один из исследователей творчества Горького, Гачев, пишет: «Пьеса – притча о правде, ее катехизис. Она строится как цепь вопросов и ответов. Одни в выступлении проклинают правду, другие с не меньшей остервенелостью и даже самоубийственным злорадством тычут себе и людям в лицо правду. Но кто знает, что она такое?» Катехизис – изложение христианского нравоучения в форме вопросов и ответа. Здесь изложение основ какого-либо учения. Вспомните, кто и при каких обстоятельствах впервые произносит слово «правда». Слово «правда» прозвучит уже на первой странице пьесы, в реплике «Квашни». «Квашня». «Чтобы я, — говорю, — свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась? Чтобы я мужчине в крепость себя дала? Нет! Да будь он хоть принц американский, не подумаю, замуж за него идти». Клещ. «Врешь!» «Чего?» «Врешь?» «Конечно, еще бы! Как же! Ты вон заездил жену-то до полусмерти!» «Молчать, старая собака! Не твое это дело!» «А я? Не терпишь правды?» Правда – ложь, правда – вера. Это важнейшие смысловые полюсы, определяющие проблематику пьесы «На дне». Правда персонажа – это его представление о мире и в то же время его цель. Предлагаю заполнить таблицу по ходу урока, которая будет отражать идейную позицию героев и авторское отношение к ним. Три правды – правда Бубнова, Сатина и Луки. Идею, которую отстаивает персонаж, призыв, отношение автора к персонажу.
Ночлежники любят употреблять слово «правда». Ночлежники – это люди, выбравшие на дно жизни. Они не смогли реализовать себя в настоящем, но сохранили воспоминания о прошлом. Теперь между собой они часто говорят о правде, о совести, о жизни и смерти, потому что это объединяет их. Что понимают под правдой герои пьесы? В пьесе два уровня правды. Первый – это частичная правда, которую герои отстаивают для себя. Настя уверяет всех и прежде всего себя в существовании необыкновенной светлой любви. Барон – существование своего благополучного прошлого. Клещ – правдой называет свое положение, оказавшееся безнадежным после смерти жены. Другой уровень правды – мировоззренческий, в репликах Луки. Правда Луки и его ложь выражается формулой: «Во что веришь, то и есть». До прихода Луки ночлежники спорят, обзывают друг друга, выясняют отношения. Каждый слышит только себя. Бытовые сцены ссор, в которых люди унижают друг друга, жалуясь при этом на свое несчастное положение в обществе. Лука, благодаря опыту и мудрости, находит подход к каждому обитателю ночлежки. Это позиция угодничества или приспособления ко всем. Я и жуликов уважаю. По-моему, ни одна блоха не плоха. Все черненькие, все прыгают. Так-то. Что же движет Лукой? Почему он так добр ко всем? Надо кому-нибудь и добрым быть. Жалеть людей надо. Христос, он всех жалел и нам так велел. Человека приласкать никогда не вредно. Для чего и как Лука лжет ночлежникам? Лука ложью во спасение хочет облегчить жизнь ночлежников. Лука никогда не берет на себя ответственность за тех людей, которых он поманил надеждой. Лука не идет против суровой и жестокой реальности. Лука, кроме как словами и советом, никому не помогает. Разве что по мелочам. Пол подмести, Анну из синей привести в тепло. Кульминация конфликта между реальной и вымышленной правдой наблюдаем в действии третьем. Спор Бубнова, Клеща и Луки. Клещ. Какая правда? Где правда? Вот правда. Работы нет, силы нет. Вот правда. Пристанища нету. Издыхать надо. Вот она правда. Дьявол. Жить, дьявол. Жить нельзя. Вот она правда. В словах Клеща звучит реальная правда. Клещ выступает выразителем тяжелой, унижающей человека правды и поэтому не может претендовать на истину. Такую же правду проповедует барон Пепел Бубнов. Барон учился, носил мундир дворянского института. А чему учился? Не помню. Женился, одел фрак, потом халат. А жену взял скверную. И зачем? Не понимаю. Прожил все, что было. Носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки. А как разорился? Не заметил. Служил в казенной палате. Мундир, фуражка с кокордой. Растратил казенные деньги. Надели на меня арестантский халат. Потом одел вот это. И все. Как во сне, а? Это смешно? Пепел. Мой путь обозначен мне. Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал. Я когда маленький был, так уже в ту пору меня звали вор, воров сын. Я с измальства вор.
Все всегда говорили мне: «Вор Васька, воров сын Васька». Ага, так? Ну, нате. Вот, я вор. Ты пойми, может быть, со зла вор-то я. Оттого я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня. Кто обобщает представление этой тяжелой, безнадежной правды в пьесе? Бубнов считает, нужно валить правду такой, какая она есть на самом деле. Человек, говоря правду, не должен ничего стесняться. Даже если правда неприятна человеку или губительна для него, он все равно должен о ней знать. Ваша задача – найти реплики, характеризующие Бубнова. Шум смерти не помеха. Снаружи как себя не разокрашивай, все сотрется. Все сотрется, да? На что совесть? Я не богатый. Что было, было, а остались одни пустяки. Здесь господ нету. Все слиняло. Один голый человек остался. Все люди на земле лишние. Люди все живут, как щепки по реке плывут. Строят дом, а щепки прочь. Все сказки. Все так. Родятся, поживут, умирают, и я помру. И ты. Чего жалеть? Кто же противостоит рабской философии покорности в пьесе? Сатин. Все в человеке, все для человека. Существует только человек. Все остальное – дело его рук и мозга. Человек – это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Надо уважать человека. Не жалеть, не унижать жалостью, а уважать. Что такое правда? Человек. Вот правда. Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – Бог свободного человека. Итак, по ходу урока мы заполнили таблицу с вами. Три правды. Идея, которую отстаивает персонаж – Бубнов. Признает только правду факта. Являет собой презрение к людям. Считает всех никчемными существами. Щепками, выброшенными за надобностью. Сатин обнаруживает желание заставить действительно служить человеку, пропагандирует атеизм, свободу и гуманное отношение к человеку, трезво смотрит на вещи, не обманывается ложными надеждами. Лука считает, что реальность изменить нельзя. Идея непротивления, всепрощения, смирения утешает не из-за любви к жизни и веры в добро, а из-за страха перед злом. Пассивно-сострадательный гуманизм. Призыв. Бубнов призывает к паразитическому существованию. Сатин призывает смело идти к цели, бунтовать. Лука призывает, чтобы добиться успеха, верить надо не в себя, а в Бога. Терпеть. Бог терпел и нам велел. Отношение автора к персонажу, к Бубнову, не приемлет позицию. Об этом говорит сравнительно малое текстовое пространство. Сатину, выразитель авторского понимания человеческой сути, правда, Бог свободного человека. К Луке. Не принимает сострадательный гуманизм ложь во имя спасения. Сделаем вывод. Правда Бубнова цинично отрицает, высмеивает нравственные критерии. Любовь к человеку, сострадание. Правда Сатина противостоит философии рабской покорности. В основе ей лежит вера в человека, его интеллектуальное обновление – величие разума и преобразование жизни на его основе. Правда Луки, вера может заменить реальность. Это ложь во спасение. Человека приласкать никогда не поздно.
чему призывают герои пьесы? Сатин. Думать, вершить высокое, бунтовать против несправедливости жизни. Лука. Смиряться, любить ближнего. Бубнов. Забыть о совести, жить одним днем, быть безразличным ко всему и всем. А какую правду выберете вы? Индивидуальное задание. Составьте синквейн. Лука, Сатин, Бубнов. Спасибо за внимание.